Цитирую. «К будущему природному парку прилегает около 70 земельных участков 45 фермеров. Вместе с юристами мы проанализировали их деятельность и пришли к выводу, что формирование новой особо охраняемой природной зоны не помешает им продолжить работу на земле. Есть ряд ограничений по сельхозработам, но они не отразятся на фермерском бизнесе», — пояснил Легкодух.